количеством. Количество приезжающих семей с детьми в город Сочи превышает всевозможные сроки строительства новых дошкольных учреждений, отметила Ольга Медведева. Отсюда и очереди. В Сочи ежегодно строится 1-2 детских сада, но и они не решают острую проблему. Например, 1 сентября был сдан детский сад в поселке Совет-Кваджи на 400 мест. До конца года появится пристройка к детскому саду на Мацесте на 120 детей. В 2017 году мы ввели 620 мест, в 2018 490 мест и 520 планируем ввести в 2019 году. Что для этого делается? Мы подали уже в край пакеты документов для включения в программу по строительству 7-го детского сада на улице Октября в поселке Хоста. У нас готовы проекты и уже поданы в край по строительству 3 пристроек. 2 из них в центральном районе к 35-му и 19-му детским садам. И одна в 53-м детском саду, это Адлерский район, Чайсовхоз. Mm-hmm. Вот все районы, которые я называла, они очень проблемные. Острая проблема чувствуется сразу в 3 районах города. Пока полностью закрыть вопрос удалось только в Лазаревском районе. Там очередей в детские сады нет. Сегодня в Сочи проживает 40 600 детей до 7 лет. Из них 23 000 пока не могут получить мест в дошкольных учреждениях, подвела итог начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи. Больше тысячи человек.